сайте Шанти.РФ, интернет-магазин туристического снаряжения. Меня зовут Андрей. И здесь мы видим замечательную сумочку Казар 4. Тактическая городская сумка. Основные фишки: небиваемая ткань, небиваемые лямки. Лямку можно отстегнуть. Значит, верхний карман. Смотрите, здесь такая система. Конкретный образец немножко поломанный. В принципе, вот эти вот кнопочки фиксируются в верхнем и в нижнем положении. И открыть лямки мы только можем, зафиксировав наверху. То есть, видите, так она открывается, а вот так она не откроется. Кто не знает, может открыть, даже не сможет. Дополнительные карманы для документов. Сюда можно прицепить что-нибудь, какой-нибудь бейдж. Значит, крышка, клапан, скажем так, отстегивается, снимается. Сумку все еще можно носить, становится более компактным. Отсеки для хранения каких-то документов, паспортов, крепление молли. Давайте все это откроем, посмотрим. Количество карманов на самом деле просто завораживает. Мы даже устали их считать. Водонепроницаемый отсек для важных документов. Паспорта, деньги. Такие сумки очень любят курьеры, потому что все доезжает в целости и сохранности. То есть мы даже не представляем, что сюда можно прицепить. Наша фантазия теряется, пожалуйста, помогите нам. И главный карман имеет дополнительную степень влагозащиты. И вот такой вот мягкий, красивый наполнитель в стиле кресла 19 века. Не хватает только куртизанки. Очень мягкий, ноутбук будет цел, не ударится, не убьется. Замечательная тактическая сумка, нам всем очень понравилась. Рекомендуем их к использованию и к приобретению. Шанти-Шанти РФ, будьте с нами.